привет! И вы смотрите новое видео на этом канале. И да, давно меня вообще не было. Давно я не снимала для вас видео, потому что в последнее время у меня вообще не хватает времени. Где-то при последнем видео я выкладывала для вас примерно месяц назад, может даже меньше. Это было видео 24 часа челлендж наручников. Да, кстати, кто еще не смотрел, можете после этого видео сразу же переходить смотреть. Но а это видео я хотела бы просто посвятить отдельному разговору, потому что в последнее время вы мне начали задавать много вопросов, как у меня вообще дела в Москве и что изменилось за последнее время. И знаете, я поняла то, что в Москве я уже живу полгода. Очень быстро время проходит, что я даже сама не замечаю как. И самое главное, почему же все-таки я сейчас намного меньше начинаю выделять Ютубу, потому что я 7 класс в музыкальной школе, а это выпускной класс. Последний год мне остался, точнее полгода каких-то, и все, я заканчиваю уже музыкальную школу, и поэтому я сейчас начала больше уделять ей, так как не хочу просто, знаете, закончить все эти 7 лет и уйти из школы с какой-то справкой. Я хочу просто получить диплом и просто уйти с музыкальной школы. Поэтому я решила, что нужно сейчас больше уделять времени музыкальной школе, потому что первый экзамен начинается 21 апреля. И там, я как посчитала, у меня будет где-то около 6 экзаменов, там 2 устных, один там письменный, еще там по всем предметам. Самый главный экзамен это вообще по фортепиано, и поэтому нужно просто уделять больше времени музыкальной школе, чтобы просто, знаете, уйти и забыть. И тогда мне станет намного больше времени, потому что сейчас музыкальная школа это как бы половину моего времени всего занимает, поэтому все-таки нужно потратить каких-то 2 месяца сейчас, упорно учиться и сдать, и все, хорошо. Ведь я сейчас понимаю 9-классников и 11-классников, которые сейчас дают ОГЭ и ЕГЭ, вы также нервничаете, и я тоже так же нервничаю, потому что ОГЭ и ЕГЭ это, как вы знаете, школа и музыкальная школа вообще практически ничем не отличаются. Также учатся, также дают экзамены. Уже прошло 7 лет, и я так быстро заканчиваю уже школу музыкальную, даже самой как-то не верится. Кто недавно знает, я начала ходить на кроватьку и еще параллельно на растяжку. И знаете, могу вам сказать, что прогресс очень большой, где-то примерно за 2 урока у меня что-то получается новое, например, каждый новый элемент, который я вообще не думала, что смогу его делать. Я научилась многому чему, у меня просто большой прогресс в этом, я это вижу. И у меня получается намного больше всяких движений, даже могу делать уже связки там. Например, последняя связка, которая у меня была, я сделала 11 фляков, рандат 11 фляков. У меня раньше никогда такого не было, это, скорее всего, рекорд. И также были еще сложные связки, которые состоялись и из многих там акробатических элементов. В начале сентября я вообще не могла садиться на шпагат и старалась утром и вечером, практически каждый день, просто самой разминаться, потому что в Инстаграме я даже выкладывала сторис, как я разминаюсь. Что пришло, а? Мам, забери Клайда. Ну и в общем, на чем же мы с вами остановились? В растяжке у меня тоже большой прогресс, потому что уже практически я сажусь на всех шпагатах. Конечно, это сложно, потому что я хожу на акробатику, бывает и на 3 тренировки подряд, и там еще на растяжку также параллельно. И я просто прихожу домой, никакая уже, просто ничего не могу делать, не думать. И при этом делаю уроки, и ложусь спать, и утром иду в школу. Это очень сложно, но я понимаю, ради чего я это делаю, потому что в дальнейшем я хочу все-таки побывать на соревнованиях по акробатике. Много вопросов, как у меня вообще с танцами. У нас было много фестивалей, ну как это много, несколько было фестивалей, несколько было концертов. И, друзья, нас позвали на фестиваль Воронеж, и мы поедем, кстати, в конце марта этот будет фестиваль, уже скоро. И мы сейчас готовимся также усердно, будем учить новые танцы, точнее уже начали учить новые танцы. Едем уже на фестиваль, друзья, поэтому ждите скоро новых влогов. И даже уже саму не терпится, хочу поскорее тоже уже поехать, потому что это будет моя первая поездка вместе с Тодосом. Вместе с новой группой и 9-й группой. У меня, знаете, такая есть одна проблема, то, что из-за музыкальной школы и танцев сейчас я даже не знаю, что решить, потому что в музыкальной школе мне нужно подготовиться к экзаменам, а на танцах мы выступаем, мы едем в Воронеж, мы там готовимся просто усердно, каждый день учим новые танцы. И также нельзя пропускать музыкальную школу, чтобы просто сдать экзамен.
И, конечно, я понимаю, то, что музыкальная школа мне важнее сейчас, и поэтому я пропускаю несколько занятий по танцам ради музыкальной школы. Сейчас в последнее время у меня просто каша-малаш, я вообще просто не знаю, как с этим справиться. Мне еще вам нравятся такие видео разговорные, там, где я с вами общаюсь, рассказываю, как у меня дела, и вообще, что сейчас происходит в моей жизни, то вы обязательно мне ставьте лайки, давайте. И так у меня комментарии закрыты. То, я не знаю, напишите в разделе сообщества под этим же видео вообще, как вам такие видео заходят, я не вам или нет. Но я вас всех очень люблю. И всем пока. Увидимся с вами в следующем видео.